Доброе утро, Guten Morgen, друзья. Я напоминаю, что сегодня празднуется Всемирный день поэзии. И по этому поводу мы сейчас прочитаем те самые стихи, которые вы оставили нам ВКонтакте, и в которых вы так или иначе выразили свое отношение к нашей скромной программе. А у нас выявилось, по большому счету, два финалиста, стихи в полном объеме которых вы сможете прочитать на нашем сайте. Но пока мы с Юлей зачитаем те, которые нам особенно понравились. Можно я почну, так? Есть у нас такая глядачка, яку звати Марія Чижевська. І вона виявилася дуже плодовитою, об'ємною у творчому плані. Тому, Марія, один із ваших віршів ми зачитуємо. Залиш усе страшне позаду, вперед крокуй, дивись у майбуття. Займи найкращу у житті посаду, вдихай на повні груди це життя. Твори, якщо душа бажає, живи заради тих, кому потрібен. Бува, що доля шляху не лишає, але ти сам знайти його повинен. Лиш про одне тебе благаю, будь з Guten Morgen, ти завжди. І тебе я запевняю, будешь в гуморі завжди. Спасибо большое. Потрясающе, правда, стихи? Но это только Юля зачитала только один. На самом деле, Мария Чижевская написала очень-очень много. Но здесь вот мы за количество, да, не могли обойти просто. А мы еще, ну не то чтобы качество, давайте скажем так, чтобы никого не обидеть, за объем. Мы еще выделили Елизавету Соколову. Вот ее произведение. Блаженство день, земля сияет, и сердце сладостно стучит. Глубокий вдох, и пальцы уж включают. ТВ-канал, где музыка звучит. Источник радости, творения нам дарит утро каждый день. Уходят грусть, печаль, сомнения и неудач былая тень. Я кружку кофе наполняя, сажусь с улыбкой на диван и Guten Morgen отвечаю ведущим радостно в экран. Лучами жизни согревает их звонкий смех и доброта. И это про меня. И все сомнения исчезают, и только вера навсегда, это про тебя. И лишь улыбки и везение сегодня ждут нас на пути. Спасибо вам за все учения. Канала лучше не найти. Аплодисменти, тут я навіть поляскаю в долоні. І отакі от дві книжечки, у нас зараз в руках одна, але насправді у нас їх дві, вони дістаються сьогодні Марії Чижевській і... И Елизавете Соколовой. Девочки, спасибо вам большое за ваше творчество. А также спасибо всем тем, кто сегодня принимал участие в этом конкурсе. А еще я скажу, что нас дивляться кондитеры. Вчера мне написал хлопчина из Харкова, тому думаю, что сегодня твой шедевр, который ты приготовил у Guten Appetit, он заценил, и теперь все в Харкове будут ласувати рецептами от Наталки и Вадима Ярошенко. Я безумно этому рад и представляю вашему вниманию следующих наших гостей, которые появятся в этой студии. Братья Капрановы сегодня любезно согласились принять участие в нашей утренней